Первым солдатам призыва весны 2016-го из Хакасии повезло. Они будут служить не только в новых войсках Национальной гвардии, но и на юге нашей страны. Краснодарская часть привлекалась на охрану порядка во время Сочинской Олимпиады. Гвардейцы из Хакасии смогут увидеть вблизи самых известных футболистов страны. Их задействуют на охрану матчей футбольной премьер-лиги. Представители части пообещали, что призывники научатся метко стрелять, досконально узнают устройство автомобиля, будут на «ты» с радиотехническими приборами. С напутствием к солдатам обратились ветераны. Во время службы всегда поддерживали друг друга. Не забывайте о взаимовыручке. Строго соблюдайте воинскую присягу и воинский устав. Подчиняйтесь командиру. В последние годы, как говорят военные, изменился качественный состав призывников. Они стали гораздо образованнее, чем, к примеру, 10-20 лет назад. Привычными среди новобранцев стали выпускники вузов. Алексей Усков, по образованию экономист, заработал небольшой стаж профессии. Нет, опасений никаких нету. Единственное, может быть, из-за чего есть, скажем так, расстраиваюсь, что ухожу все-таки далеко от дома, от семьи, от ребенка с супругой. А так, в принципе, настрой позитивный. Пойдем служить. Не опасаются армейского будущего и другие призывники. Видимо, по солдатскому радио знают, что неуставных отношений в войсках сейчас практически нет. Роман Албычаков получил в техникуме профессию слесаря-ремонтника, но намерен связать свою судьбу с армией. Перспективу вижу, я то, что хочу остаться, посмотреть, по контракту хочу попробовать. Как может успокаивать родителей, обещает звонить как можно чаще, благо пользоваться мобильными сейчас не запрещают. Трое детей, две дочери, один сын. Самый помощник, как же, жалко. Первая команда отправилась сегодня на московском поезде со станции Абакан. До лета из Хакасии в войска уйдут 708 новобранцев. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия.